Сергей Лазарев является одним из самых популярных российских артистов, но при этом и самым закрытым. Певец долгое время встречался с Лерой Кудрявцевой, но они расстались друзьями. После этого он не посвящает поклонников в свою личную жизнь. Даже своего сына Никиту он скрывал от общественности 3 года. Спасибо, милый папочка, что ты достался мне. Люблю улыбку ясную, она как свет в окне. В этом году малышу исполнится 5 лет, а не так давно выяснилось, что у звезды подрастает еще и годовалая дочь Анна. Лазарев привык много работать, он постоянно находится на гастролях. Не раз артист рассказывал, как ради пары часов с сыном преодолевал 1000 километров. В таком ритме жизни Сергей старается любую свободную минуту уделить семье. И в тот момент, когда из-за коронавируса были запрещены многие культурно-массовые мероприятия, некоторые звезды расстроились. А исполнитель хита «Я не боюсь» нашел в этом плюсы. Дорогие любимые женщины, от всей души поздравляю вас с этим прекрасным праздничным днем, с 8 марта. Желаю вам здоровья, счастья, любви, конечно же, и красоты, гармонии. Он опубликовал редкое видео, на котором запечатлен с детьми в домашней обстановке. Лазарев взял на руки подросшего сына и дочку. Он стал их кружить, а потом рассмешил. Анна в розовом платье задорно хохотала, наблюдая за отцом. За кадром были слышны женские голоса. По всей видимости, певцу помогают приглядывать за наследниками мама и няня. И в другой, Надо стараться искать плюсы во всем. Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса. Прекрасная возможность побыть больше с семьей. Поиграть, почитать, посмотреть фильмы. Давайте уже выключать панику. Сами себя загоняем в депрессию, написал Сергей. У них нет. Папа, по-моему, закружилась, да. Папа, наверное. Артист оберегает своих детей от лишнего внимания и негатива. Ранее фанаты назвали его очень заботливым отцом. К слову, о маме малышей он предпочитает не говорить. Чего? Ой!